Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области совместно со специалистами Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу пресекли противоправную деятельность участника этнической преступной группы, который организовал незаконный сбыт алкоголя на территории Новосибирской области. Выявлен подпольный склад, в котором хранилась суррогатная спиртосодержащая продукция под видом известных брендов – водки, виски, вина и пиво. Из незаконного оборота изъято свыше 7 тысяч бутылок суррогата, более 1000 пачек контрафактных сигарет. Изъятая продукция направлена на экспертизу. Как видно, продукция и правда известных марок. Жалко, что пока неизвестно, через какие торговые точки сбывался этот алкоголь и сигареты. Так что не исключено, что любой житель региона мог стать жертвой контрафакта. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности Главным следственным управлением ГУМВД России по Новосибирской области в отношении организатора незаконного оборота алкогольной продукции планируется возбуждение уголовного дела за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенной группой лиц в особо крупном размере. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению иных участников преступной группы и других эпизодов совершения ими преступной деятельности.